Вот такой экологичный сюжет получился у Виктории Лазаревой. Действительно, присоединяйтесь к ней. Ну а мы, как и обещали, разыграем сладкий приз. И вот она, эта красота у вас на экранах. И я сейчас говорю не о Славе Громове в его белом классном костюме, а вот об этих пряниках. Все дело в том, что компании Контех 20 лет. Производитель, входящий в 100 лучших товаров России, и юбиляр в честь своего дня рождения дарит имениннику сегодняшнего дня большой пряничный подарок. Выберите свой вкус и оцените каждую выпечку в лучших традициях Контех 20 вкусных лет. Звоните к нам в прямой эфир, если у вас сегодня день рождения и вы готовы это подтвердить, предоставив паспорт. И забирайте вот этот отличный набор пряников, который пригодится не только домашним, но и тем, кто выезжает часто на природу. Ведь пряники очень удобно 236-9537. 236-9537. Еще раз повторите. 236-9537. 236-9537. Да. Мы можем петь бесконечно. Ребята, если у вас сегодня день рождения, звоните нам. Первый дозвонившийся получит мешок пряников. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Три, четыре. С днем рождения! Еще раз. С днем рождения! Представьтесь, как вас зовут? Наталья. Наталья, мы вас поздравляем с этим замечательным днем. Желаем вам здоровья, счастья, вот огромного количества пряников. Вот примерно такого же, примерно каждый день. Почему бы и нет? Самое главное, медленнее пережевывайте, как мы недавно узнали, для того, чтобы не потолстеть. Это точно важно. Пользуясь случаем, можете передать приветы каким-то своим родным, близким, пригласить кого-то на праздник. Передаю привет всем своим друзьям и родственникам. Отлично, спасибо вам большое. Приезжайте к нам на остров отдыха 10 строение 1, чтобы забрать вот этот вот пряничный набор. Просто скажите на вахте, что вы именинник, предоставьте паспорт, и мы вынесем и отдадим вам вот этот замечательный приз. Про паспорт забывать, конечно же, не надо. Мы люди добрые, но мы дело свое знаем и бдим, что называется, неусыпно. В общем, эти замечательные прянички мы уже разыграли. Классно! Да. Теперь у этого мешочка есть хозяин. Да, хотелось бы, чтобы хозяин появился не только у пряников, но и от тех, уличных животных, у которых пока хозяина нет. Все дело в том, что наша постоянная рубрика «Мы в ответе за тех, кого приручили» покажет несколько питомцев, которых необходимо прямо сегодня забрать в семью. Знакомьтесь, набирайте номер редакции или тот, который указан в сюжете, и забирайте собак себе.